Йоу. Последние минуты перед последним звонком. Скажите что-нибудь на вечную память.
одноклассница моя, тебе завидую меня. Потому что уже не будет рядом с вами
учителей, которые постоянно заботились о вас. Не будет классных руководителей, которых ругали за вас, делали нам замечания. Вы уходите в самостоятельную взрослую жизнь. Хорош с собой директор! Всей школы смелый властелин! Он друг свободы и защитник, про всех учащихся своих. Он был рожден для жизни мирной, для нашей школьной суеты, где провели мы обоюдно все наши лучшие деньки. Следующая номинация. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Заслуг всех ваших не снимаю, я все-таки готов признать, что, может быть, и простоняю я как-нибудь их кочергов, слезу соленую глотая. Об этом знает вся родня. «Войну и мир» мы так читали. 4 тома за 3 дня. Аске сердечных угрызений, рукою стиснув транспортир, наш ученик, забыв о Лене, пример решает, как факир. Дух Пифагора вызывает, и вмиг он катит, вычисляет, ответ в задачнике сверяет, и сердце радостно сияет, вокруг не видит ничего, лишь пот струится у него. Прочту вам по-английски. My heart is full, my heart is not there, my heart is full, and chasing the deer, and chasing the wrong deer, and following the road, my heart is full, wherever I go. Законы ума для меня были заманчивой загадкой. Над ними голову ломал и чудеса подозревал. Чем больше химию мы учим, тем меньше понимаем в ней. И тем всегда виднее будет среди кислот и щелочей. Зато скажу вам, без амбиций, хоть мысли о красе ногтей, чем Менделеев добился. Нет ничего для нас важнее. Еще вялый неуспех. Был географией согретом. 12 лет запас всех. Был по морям и океанам. В пустынях с посохом бродил. Пускался в путь он дальним странам. По тушам подползал вулканам. Из горных речек воду пил. Нет, я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Цветков, тычинок совершенства, их вовсе не достоин я. Ведь даже туфельки строения не мог я изучить как след. Благодарю вас за терпение и за уроков ваших цвет. Кто есть Федотов и Растрелли, а у Дайли есть что-нибудь у вас? Когда же жил Ребрат? О, Боже! Все в голове смешалось вдруг. Но есть надежда у меня, ваш трепетный услышит глаз. Влюбиться в телекай час, о чем вы выучали нас. Вполне примерный. Одет, раздет и вновь одет. На нем трусы и майка белая. Зал физкультурный он бежит. Сергей наш весело глядит, а Ольга вслед за ним спешит.
стоит. Плений, ребячих обмороков, слез давно терпеть не мог наш Александр Евгеньевич. Довольно их он перенес, когда противогаз мы надевали, как громко все-таки визжали девчонки наши, пацаны. Но, заметя трепетный порыв, старался он объединить все думы наши, мысли и слова. Коснуться до сего слегка, порассуждать о Windows, MS-DOS, со знатным видом знатока, для нас не составляет особого труда. Я не читал Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита. Я ведь глубокий эконом, то есть могу судить о том, как государство богатеет, и как живет, и почему не нужно золото ему. Thank you.
каждый день кино, где также ночью синей. Короче, это вот, это школа, в которой я последний раз мучился в своей жизни. Беспонтовая школа, конечно. Ну ничего, нормально. Канает. Ладно, уж что там мучился. Савик уже там.